В Казахстане планируется увеличить добычу нефти на месторождениях в текущем году по сравнению с прошлым годом на 1,5 миллиона тонн. Общий объем добычи за год составит 81 миллиону тонн. Больше половины добычи обеспечат три крупнейших месторождения на западе страны. Прогнозы по Тенгизскому месторождению составляют 27,5 миллионов тонн, по Карачаганаку почти 12 миллионов тонн. От 5 до 8 миллионов тонн черного золота планируется отправить потребителям с морского месторождения Кашаган, добыча на котором была возобновлена осенью прошлого года. Общее увеличение добычи не нарушает взятых нашей страной обязательств по сокращению производства сырой нефти на 20 тысяч баррелей в сутки. Пока в целом за прошедшие месяцы мы соблюдаем те условия, которые были обозначены. 1,7 миллиона баррелей в день. И несмотря на то, что какие-то месяцы меньше, другие месяцы побольше, но в целом мы соблюдаем. Я думаю, что итоги будут подводиться в середине года. К этому времени, наверное, будет как раз мы в этой рамке и будем.